Пошаговая инструкция о том, как участвовать в аирдропах на автомате всего лишь за $99 в год. То есть вы один раз платите $99 в год, и далее за вас команда Airdrop Factory делает всю работу и участвует в лучших аирдропах, которые будут в течение года в режиме сети тестнета. Итого за $99 в год вы поучаствуете порядка в 30 различных тестнетах, лучших тестнетах, и будет 2 либо 4 у вас майнета. И все это будет на полном автомате, и вам не нужно больше тратить своего времени на прохождение и участие в аирдропах. Если вам это интересно, то смотрите это видео до конца, и мы начинаем. Итак, данный продукт называется AutoDrop, и вы его можете приобрести и воспользоваться им в клубе Legends Group. Ссылка на этот клуб будет находиться под этим видеороликом. Совместно с сервисом AirDrop Factory команда Legends Group организовала этот уникальный народный продукт, и теперь он доступен каждому всего лишь за $99. И он очень крут, конкурентен, доступен каждому. Даже если у вас есть нет абсолютно времени, знаний, навыков, либо желания заниматься аирдропами, но вы хотите на этом зарабатывать, то вы должны или просто даже обязаны воспользоваться этим продуктом, потому что стоит он смешных буквально денег, а заработать на этом продукте можно реально не смешные деньги. Поэтому, если вам это интересно, то переходите по ссылке под этим видеороликом, вы попадаете автоматически на сайт Legends Group, и, соответственно, далее вам нужно пройти здесь простую регистрацию. Страница у вас будет выглядеть либо вот так, как вы сейчас видите на экране, то есть одностраничный сайт. Здесь можете нажать на кнопочку «Присоединиться», либо сразу зарегистрироваться, если у вас нет здесь аккаунта. Либо, возможно, вы попадете вот на такую вот страницу. Это также главная страница сайта Legends Group. Здесь можете более подробно ознакомиться с клубом, если есть желание. Но если такого желания нет, то нажимайте сразу на кнопочку регистрации в верхнем правом углу и далее проходите простую элементарную регистрацию, где вам нужно будет ввести всего лишь свою почту, там e-mail адрес, подтвердить и так далее. Сайт у клуба Legends Group грузится немножко долго, проходят различные проверки безопасности, это нормально, поэтому нужно подождать. Во время регистрации на сайте Legends Group у вас справа, по идее, должна появиться моя фотография, потому что вы пришли от меня. Соответственно, здесь должен прописаться мой код. Далее подставляете логин, почту, подтверждаете почту, повторяете пароль, ставите здесь галочку, здесь тоже ставите галочку, нажимаете регистрация, подтверждаете e-mail и, собственно, все. Как видите, ничего сложного здесь нету, поэтому заполнять эти поля, я думаю, смысла мне нету. С этим вы справитесь, наверное, и самостоятельно. После того, как вы подтвердите свой e-mail адрес, вы заходите в свой личный кабинет. Точно так же вводите свой e-mail адрес, вводите пароль, ставите здесь галочку, что вы не робот, и нажимаете на кнопочку «Вход». Процесс, как говорится, авторизации тоже здесь довольно элементарен и прост. Далее, после того, как вы попали в свой личный кабинет, вам нужно спуститься вниз и найти здесь продукт, который называется AutoDrop. Обратите внимание, что чуть выше есть продукт аирдропы. Это не то, потому что аирдропы — это когда вы вручную самостоятельно все делаете, здесь даются пошаговые инструкции, вы можете самостоятельно все делать и участвовать в этих аирдропах. Но более, скажем так, продвинутый продукт на текущий момент — это автодропы, когда за вас все делают, а вы просто получаете токены. Причем за очень смешные деньги, всего лишь $99 в год. Нажимаете автодроп и, соответственно, переадресовываетесь на страницу этого продукта, где вы можете чуть более подробнее почитать информацию об этом продукте. Допустим, вот здесь, да, видим то, что это первый и единственный сервис по автоматизации сбора аирдропов для вас за 2 года. Команда AirDrop Factory, которая занимается, собственно, автоматизацией этих аирдропов, она заработала $3.7 миллионов на этих дропах. Поэтому вашими аккаунтами будут управлять профессионалы, которые уже заработали $3.7 миллионов в этой теме. И они, поверьте мне, знают, что и как нужно делать. Далее, если мы сместимся немножко вправо, то мы увидим, что максимальное количество аккаунтов, которые выделены на данный момент, составляет 3500 аккаунтов. Из них уже раскуплено 3259. То есть мы видим, что эти аккаунты разлетаются как горячие пирожки, и, в общем-то, я думаю, можно тут даже не успеть. Поэтому поторопитесь, если вы смотрите этот видеоролик, переходите по ссылке, регистрируйтесь и приобретайте себе хотя бы один аккаунт для того, чтобы быть в этой теме. А потом уже можете думать над приобретением 2, 3, 5 и так далее.
Я уже приобрел себе один аккаунт, вот вы можете видеть мой email адрес, дата, собственно, покупки этого аккаунта и, собственно, мой аккаунт. Да? Далее, чуть ниже, если мы пролистаем, вы сможете найти ответы на самые популярные вопросы, которые у вас, скорее всего, сейчас есть, либо могут появиться в процессе изучения этого продукта. И обязательно почитайте вот этот факт, потому что здесь ответы на большинство ваших вопросов вы, скорее всего, сможете найти. Что такое аирдропы, за что вообще не раздают деньги, для чего вам аудитория, как я смогу увидеть, что созданный мной аккаунт проходит активности, как я смогу приобрести несколько аккаунтов, что входит в цену $99, что будет с кабинетом и моим дропом после истечения, собственно, года, да, в чем ваша выгода, как я смогу получить дроп, где, собственно, можно увидеть, в каких дропах мы будем участвовать на протяжении года, как быстро мой аккаунт начнет проходить активности и так далее. То есть почитайте обязательно ответы на эти вопросы, и я думаю, у вас картинка еще более целостно сложится в вашей голове. И вы поймете, насколько это крутой продукт, насколько он прозрачный, понятный, и самое главное, прибыль потенциальная здесь намного больше наших рисков, потому что рискуя $99, потенциально мы можем заработать за год 500, 1000, а может быть и более количество денег, потому что дропы — это вещь такая, бывает, выстреливает на несколько тысяч долларов на один аккаунт. Итак, для того, чтобы нам приобрести, собственно, этот аккаунт и начать на автомате проходить лучшие дропы в сети Testnet на протяжении года, нам нужно, конечно же, в первую очередь пополнить наш баланс, потому что сначала пополнение баланса идет, а потом же активация продукта. И для этого переходим в раздел, собственно, финансы. Далее мы видим то, что на текущий момент у меня на балансе есть деньги, я могу с этих денег уже приобрести аккаунты, но у вас, скорее всего, здесь не будет денег, поэтому вам нужно в разделе финансы нажать на кнопочку «Пополнить счет». То есть нажимаете вот на эту кнопочку, далее перед вами появляется адрес, на который вам нужно перевести USDT. Обратите внимание, что мы отправляем только USDT вот на этот адрес в сети BEP20. Вот можете это сделать через телефон, отсканировав вот этот штрих-код. Можете сделать это вручную, нажать вот на эту кнопочку, скопировать адрес этого кошелька, перейти дальше в свой кошелек, там MetaMask, TurnLink, либо там на биржу Binance, либо куда-то еще, и вот на этот адрес перевести необходимую сумму денег. Минимум $99, максимум 999, потому что максимум можно зайти на 10 аккаунтов на текущий момент времени. Вот, также учтите, что здесь есть комиссия за прием средств, взимается 2%, но не менее $2, и эту комиссию, соответственно, нужно также учесть при переводе. Собственно, все, в течение там получаса эти деньги поступят на ваш баланс, и далее вы можете уже с баланса активировать этот продукт. Возвращаемся в раздел, в раздел автодропы, не перепутать дропы с автодропами. И нажимаем на кнопочку «Активировать автодроп аккаунт». Вот на эту зеленую кнопочку нажимаем на нее. Далее читаем текст. Активация стоит $99 на один год. Баланс у меня $402. Здесь нужно ввести, соответственно, имя и email адрес. Вот, и обязательно прочитайте вот это условие, да, то есть важные, скажем так, условия для активации аккаунта. Впишите вашу почту и убедитесь, что вы написали ее правильно. Проверьте по буквам и убедитесь в правильности написания домена, если... ну, собственно, в домене почта, да. Также убедитесь в том, что у вас есть все права доступа к указанной почте. Перед этим проверьте, собственно, доступность к этой почте и зайдите в нее, да, для того, чтобы убедиться, что у вас есть пароль и логин, собственно, от этой почты, вы его помните и не забыли, потому что иногда такое бывает. Просим вас отнестись к этому максимально ответственно, технических задач много, исправление ошибок забирает много времени у команды разработчиков. Поэтому, если вы почту укажете не ту, либо у вас не будет ни доступа, либо вы потом потеряете доступ, то это будет реально большая трудность, да, большая проблема. Почта подлежит исправлению в крайнем случае, если вы ошиблись буквенно, да, где-то. Смена на другую почту к рассмотрению не принимается, то есть почту потом вы сменить не можете, поэтому очень важно, чтобы почта была корректная, доступная, реальная и рабочая. Проверьте эту почту еще раз, благодарим за внимание и понимание. Собственно, вводим здесь ваше имя, пусть оно будет там Павел, как в моем случае, да, Чернышов. Вот, и указываем почту. Обратите внимание, если вы будете приобретать несколько аккаунтов, то почту везде нужно указывать разную, причем абсолютно разную, чтобы они не были похожи друг на друга. Это важное условие для тех, кто будет приобретать несколько аккаунтов одновременно. Вот, если же вы приобретаете один аккаунт, то, собственно, указывайте любую свою почту, и вопросов нету. Что касается имени, то на данный момент
организаторы и авторы данного продукта ничего не говорили про то, что имена нужно указывать разные при активации каждого аккаунта. Поэтому, возможно, имя можно указывать одно и то же. Наверное, стоит эту информацию переуточнить через вот этот чат поддержки в следующий раз. Ну, в данном случае я введу свое стандартное имя, фамилия. И далее, собственно, мне нужно скопировать email-адрес, который я буду использовать для активации этого аккаунта. Вставляем этот адрес и нажимаем «Активировать». Собственно, как видим, ничего сложного нету. Далее, по идее, $99 должны списаться прямо сейчас с нашего баланса, и мы должны активировать еще один аккаунт. Вот мы видим надпись «Success Customer Ads Successfully», то есть все успешно у нас прошло, и мы видим, вот у нас вторая почта, да, вот она вторая почта и наш второй аккаунт. То есть первый аккаунт я зарегал 24 августа 2023 года, то есть в день релиза этого продукта, а сейчас второй аккаунт 5 сентября 2023 года. И, наверное, в течение сентября я активирую еще 2 либо 3 аккаунта в рамках данного продукта, потому что продукт реально стоящий, интересный, реальный, рабочий, доступный, конкурентный. Вот за эти $99 потенциально через год, либо в течение года можно заработать, я думаю, с высокой вероятностью, там 500, 1000 долларов и более. Гарантии, конечно же, у нас нет, то, что в течение года мы получим и заработаем что-то, но если смотреть на статистику, на предыдущие проекты, на историю, сколько вознаграждали своих участников те или иные проекты, то мы видим, что порой там вознаграждения доходили до сотен, до тысяч и даже до десятков тысяч долларов. Поэтому вероятность того, что мы в течение года получим хотя бы одно вознаграждение на один из 30, в одном из 30 проектов, в которых мы будем участвовать, довольно высокая. То есть я считаю, что шансы довольно высокие получить более $99 в одном из 30 тестнетов, в котором мы примем участие на протяжении года. Поэтому соотношение риска и прибыли здесь, я считаю, очень хорошее. Но гарантий, конечно же, нет, это важно понимать. После того, как вы приобрели себе 1, 2, 3, либо 5 там, аккаунтов продукта Автодроп, я рекомендую вам добавиться в чат, где, собственно, будет проходить и публиковаться вся информация по автодропам и в каких дропах сейчас, собственно, вы принимаете участие, в каких дропах принимает участие проект, ну и прочая информация по этому продукту, этому направлению. После того, как вы активировали хотя бы один аккаунт автодропа и добавились в Telegram-чат, где будут все новости проходить по этому проекту, публиковаться, я рекомендую вам зайти вот в этот раздел, то есть прям нажимаете на логин, либо на имя, скажем так, свое, вот, и тем самым вы проваливаетесь в свой аккаунт, который, собственно, и будет у вас принимать участие в различных аэродропах. И вы можете здесь увидеть, собственно, в каких аирдропах вы уже приняли участие, сколько там шагов и действий было выполнено и так далее. Вот мы видим то, что этот аккаунт я зарегистрировал 24 августа 2023 года, и мы видим, что он принял участие в 5 проектах, да, практически. То есть видим OpenBNB, Testnet, Amante Testnet, Fuel Testnet, Base, Agent Layer. Вот 5 проектов, в которых принимает участие мой вот этот аккаунт на текущий момент. И далее мы видим количество активностей, да, либо действий, которые было совершено по каждому аккаунту. А вот OpenBNB, собственно, 0 из 3 шагов, здесь 0 из 7, здесь 0 там, из 3, да, и Agent Layer 3 из 5. Вот, как я понимаю, именно, ну, я думаю, правильно понимаю. Далее, при желании, мы можем провалиться в каждый из этих проектов, и там, наверное, более подробная информация в будущем будет или сейчас будет открываться по данному продукту. То есть, можем посмотреть, какие конкретно там действия были выполнены по данному проекту. То есть, видим, вот он проект Agent Layer, вот он мой кошелек, собственно, и по номеру этого кошелька я могу отслеживать все активности в блокчейне, которые совершились по данному проекту. Вот мы видим, что завершилось активности, deposit in rocking pool, stake ether, create agent pool, то есть вот он был создан какой-то pool agent, далее был закуплен ST эфир, и этот ST эфир был отправлен в стейкинг. То есть вот такие вот действия были выполнены в рамках вот этого проекта, и мы это можем проверить вот по этому номеру кошельку. Можем скопировать его, зайти в Explorer, соответственно, и там посмотреть все эти активности и убедиться в том, что они действительно были, и то, что это не просто тут нарисовали, да, нам и написали, что вот так оно было. Мы можем это все в блокчейне проверить, то, что это действительно было, и, собственно, процесс идет, процесс идет. Вот, ну и далее, собственно, мы можем вернуться на другой любой проект и также по любому другому проекту посмотреть, какие там активности были завершены на текущий момент времени. Вот, ну и давайте зайдем в мой только что активированный аккаунт и убедимся, то, что там на данный момент, собственно, не было никаких активностей, потому что я его только что зарегистрировал. Возвращаемся назад, нажимаем на кнопочку Back,
Переходим на мой только что активированный аккаунт, который я активировал вместе с вами 5 сентября 2023 года. И вот мы видим те же самые проекты, то есть они пока еще отсюда не исчезли, а по шагам мы видим то, что нигде, собственно, никакие шаги выполнены не были. Ну, это, в общем-то, логично, потому что я его только что активировал. Ну, который аккаунт я активировал 24 августа, там, видим, уже активность есть в некоторых проектах. И также очень важная информация, то, что вот эти проекты, которые сюда добавляются на площадку, они здесь активны, висят активны, и в них можно зайти в течение 2 недель. Через 2 недели на этот проект удаляется, то есть добавляется новый проект какой-то, 2 недели висит и удаляется. Собственно, поэтому чем раньше вы зайдете, тем в большем количестве проектов вы, соответственно, можете принять участие. Ну и, собственно, количество аккаунтов здесь ограничено, не забывайте. И можно просто физически не успеть приобрести себе желаемое количество аккаунтов, потому что продукт конкурентный, продукт реальный, рабочий, трендовый, скажем так, просто пушка, да, и поэтому он очень нравится большому количеству людей. Вот, кстати говоря, пока я записывал это видео, еще активировалось 2 аккаунта, да, один, наверное, мой, а один чей-то еще. Вот. Видим то, что выделено 3500, а уже раскуплен 3261 аккаунт. Поэтому обязательно поторопитесь и приобретите себе хотя бы один аккаунт. Ссылка на этот сервис Legends Growth будет находиться прямо под этим видеороликом. Также под этим видеороликом я размещу ссылку на свою подробнейшую статью по этому продукту, где более подробно расписано, собственно, как это работает, да, кто, как это работает, почему это работает, сколько можно заработать, кто такие Legends Group, кто такая команда Airdrop Factory, почему можно доверять, почему нас не обманут, какая тут прозрачность есть и так далее, и так далее. На все эти вопросы уже есть ответы, команда выходила на связь неоднократно, проводила эфиры, на все эти вопросы отвечала, даже самые, скажем так, дотошные и негативные, вот, поэтому все это уже есть, можете почитать по ссылке прямо под этим видеороликом. Вот, ну и также переходите в мой плейлист, посвященный компании Legends Group, там вы сможете получить больше информации об этом продукте и о других продуктах, которые есть в рамках данной компании и данной платформы, потому что эта компания, она занимается не только автодропами, но и другими техническими сложными решениями на рынке криптовалют. Девиз, собственно, этой компании у нас «Сложное делать простым». И, как вы знаете, AirDrop – это реально сложный продукт был, а они его сделали простым при помощи продукта AutoDrop. Все делают за вас, вы только один раз платите $99. Надеюсь, у меня получилось все максимально подробно и понятно объяснить. Собственно, объяснять тут нечего, продукт очень простой и понятный. Ссылка на сайт Legends Group будет находиться в описании к этому видеоролику. Если остались какие-то вопросы, либо было что-то непонятно, то задавайте их в комментариях прямо под этим видеороликом, я постараюсь на них ответить. Если хотите получить больше информации по этому продукту, то переходите на мой текстовый обзор этого продукта на моем блоге, ссылка на который будет находиться также в описании к этому видеоролику. На этом у меня все. Желаю вам добра, счастья, отличного настроения и, конечно же, большого профита.